22 февраля в торговом доме «Библиоглобус» прошла необычная презентация книги еще совсем молодого, но очень талантливого автора Григория Митина «История одного похищения». Эта книга представляет собой сказочную комедию положений, в которой классические персонажи западных сказок удачно соседствуют с персонажами русской сказочной традиции. Повествование ведется от весьма необычного героя, привидения, духа, волшебника, который к тому времени уже сумел побывать как в дремучем прошлом, так и в настоящем и будущем. На встрече присутствовал не только автор, но и герой его произведения. В зале номер 9 читатели встречали вооруженные рыцари в доспехах. В заключении встречи каждый желающий сфотографировался с гостями презентации. Что это такое юмористическое фэнтези?